Приморское отделение Всероссийской благотворительной организации «Золотые руки ангела» и Центр профессионального шитья передали маскировочные сети и почти 300 пятиточечников для бойцов 5-й армии. Гуманитарный проект реализован при поддержке губернатора Приморского края Олега Кожемяка. Мы эту работу делали руками волонтеров, отшивали на пожертвования и хотим выразить глубокую признательность всем муниципалитетам, которые поспособствовали и поучаствовали в этом проекте. Это мэрия города Владивостока. При помощи, благодаря их субсидии на приобретение дополнительного парка швейных машин, у нас появилось больше посадочных мест. Это мэрия Дальнегорского городского округа. Благодаря их финансовым вложениям мы смогли приобрести большую материальную базу. Мы потратили дополнительные деньги на материалы. Благодаря губернатору Приморского края Олегу Николаевичу мы также получили пожертвования, получили финансы на приобретение материалов для отшива большой крупной партии спецснаряжения для наших войск. Напомним, Приморский край входит в пятерку лучших регионов России по подготовке участников СВО и оказанию мер поддержки военнослужащим и их семьям. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.